От проекта на самом деле мы ждем в первую очередь неформальности. То есть мы не хотим увидеть просто результат на бумаге, что, конечно, какое-то количество людей мы действительно сейчас смогли вовлечь в активную жизнь именно на ранних стадиях выявления инвалидности, либо до ее выявления, что является как бы ключевой частью проекта. Мы хотим видеть действительно горящие глаза, чтобы люди поверили, что инвалидность или, не дай бог, такие ситуации, которые нас приводят к инвалидности, это не приговор, это не порог, это действительно такая особенность жизни, которая случилась, но мы хотим помочь этим людям поверить в то, что их жизнь только продолжается или даже, может, начинается заново. На самом первом этапе, когда им необходима медицинская помощь, они будут ее получать, потому что подчас люди не знают, к кому обратиться. Второе, они будут получать информацию, где, как делать это. В-третьих, они будут получать психологическую реабилитацию, да, и не только они, но и их родственники, потому что подчас эти люди закрываются и не знают, что им дальше делать. Дальше им будут помогать оформлять инвалидность, ИПР, то есть другие средства реабилитации, помогать адаптировать жилье, помогать, соответственно, взаимодействовать там с НКО. То есть получается, мы будем проактивно с ними работать. Вот. И поэтому, я думаю, на выходе эти люди обретут желание жить, не смирятся со своим положением, а просто поймут, что они немножко другие, и начнут дальше развиваться и в профессии, и трудоустройстве, и там, получать образование и так далее. Мы поможем им это, в этом поможем. Они не будут брошены, их родственники. А дальше они обретут уверенность, смелость и будут двигаться. И я как бы сам человек с инвалидностью, видите, вам интервью даю. Поэтому я думаю, все будет с ними нормально. Университет сегодня участвует очень конкретно. То есть у нас это подготовка как раз социальных работников, социальных координаторов, которые будут брать в теплые руки этого человека, выходящего из больницы. И вторая часть – это особая психологическая программа для вот этих инвалидов. Первые у нас 14 человек придут прямо в августе на реабилитацию, на психологическую, на работу с психологом. То есть каждый из них индивидуально будет прорабатывать 1,5 часа в день вот именно направленную на психологическую адаптацию. Корректно, мягко, аккуратно, чтобы у него не возникали нехорошие мысли о своей дальнейшей жизни, чтобы он понимал, что все возможно, возможно и профпереориентация. То есть, ну, например, у него работа была связана с физической нагрузкой, будет умственная, он станет айтишником или еще кем-то. То есть я думаю, что проект будет развиваться, и в этом вот его как раз самая большая прелесть, что он живой. Это подготовка специалиста нового типа, которого назвали социальный координатор. Это человек с более широким функционалом, чем социальный работник. Он должен понимать, как работает государственная система, куда человеку пойти, какие, как бы, как спланировать траекторию вот, в своей жизни, ну и так далее, и так далее. Вот на факультете социальных наук есть все компоненты для решения этой задачи.